Здравствуйте, ТНТ «Поиск» работает в прямом эфире. Это «Новости пятницы» и коротко о главных темах выпуска. В их профессии не бывает случайных людей. Медработники отметили свой профессиональный праздник. Медицина – это не профессия, это призвание, это если хотите, стиль жизни. Встреча в Высоковске. Жители получили ответы на свои болезненные вопросы. Данную встречу считаю очень нужной, полезной. И не только по тому вопросу, который мы собирали, вопрос здравоохранения. 20 миллионов инвестиций «Химлабор Прибор» запустил электропечь по выпуску термостойкой продукции. КПД такой печи в 2-3 раза выше, чем КПД, коэффициент полезного действия газовой печи. Релакс и новые возможности привезли в дом престарелых московские благотворители. Оборудование сенсорной комнаты используется очень давно, но в нашем интернате такой комнаты нет.